Фигурист Роман Костомаров, известный по участию в шоу «Ледниковый период», находится в борьбе за свою жизнь. В последних новостях стало известно, что спортсмен потерял зрение на один глаз. Врачи вынуждены были удалить у него глазной хрусталик из-за воспаления в лобных пазухах, которое вызвало слезоотделение и светобоязнь. Состояние Костомарова крайне тяжелое, он нуждается в искусственной вентиляции легких, чтобы дышать. Кроме того, Роман уже перенес 2 инсульта и был переведен в реанимацию. Ему провели очистку крови из-за закупорки сосудов в мозге, и ему был поставлен диагноз вторичного менингита из-за сопутствующих заболеваний. Есть вероятность, что внутрибольничная инфекция могла усугубить его состояние. Медики сравнивают случай Костомарова с болезнями певицы Юли Началовой, умершей в 2019 году, и Максим, которая победила тяжелую пневмонию. Все трое продолжали выступать, не слушая свои тела, что привело к ухудшению их состояния. Мы желаем Роману Костомарову скорейшего выздоровления и надеемся на его полное восстановление. Эксперты отмечают, что случай с Романом Костомаровым является уникальным и не подчиняется каким-либо общепринятым стандартам. Это крайне редкие исключительные ситуации, когда врачам приходится прибегать к нестандартным методам лечения. Как известно, Костомаров участвовал в шоу «Волшебник страны Оз» «Авербуха», которое проходило на открытом катке при экстремально низкой температуре. После этого спортсмен был госпитализирован с кашлем и болью в груди, и ему был поставлен диагноз «пневмония». Позже начал развиваться сепсис, и у него возник некроз конечностей. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!